Плюс 440 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. В Московской области растет число заболевших. Количество проводимых тестов тоже. Госпитализировать с диагнозом пневмония в регионе стали чаще. В первую волну у нас было порядка 15 тысяч коек развернуто для таких пациентов. По мере снижения заболеваемости в летний период, июнь, июль, август, это количество коек было сокращено до 4,5, но мы всегда их держали про запас, у нас всегда были свободные места. Сейчас, с учетом роста госпитализации, мы, конечно же, начинаем разворачивать эти койки в обратном порядке. Сейчас в Подмосковье для больных коронавирусом развернуто 9 тысяч коек в 48 медучреждениях. При этом плановая помощь оказывается в полном объеме. Запас остался еще с первой волны COVID-19. Мы применяем активно новый лекарственный препарат от коронавирусной инфекции – это фавипиравир. До недавнего времени он применялся только в стационарных условиях. В настоящий момент Министерством здравоохранения Российской Федерации выпущены новые клинические рекомендации, согласно которым этот препарат может применяться амбулаторно. Кроме того, пациентов, которые прошли лечение от COVID-19 в стационарах, при выписке домой бесплатно обеспечат антикоагулянтными препаратами, чтобы снизить риск осложнений. Мы будем выписывать им препараты, которыми они продолжат лечение на дому, для того, чтобы не возникло осложнений в будущем. Осложнений, как показала первая волна, большой опыт теперь у наших медиков, они прекрасно понимают, какие у кого осложнения могут возникнуть. Мы понимаем, что основной риск – это болезни сердечно-сосудистой системы, образование тромбозов. В первую волну коронавируса весной эпидсезон в целом шел на спад. Сейчас же еженедельно 70-80 тысяч жителей области заболевают ОРВИ. Впереди неизбежный рост заболеваемости гриппом. Грипп сам по себе, он тоже вызывает очень опасное осложнение. И если еще на грипп будет накладываться коронавирусная инфекция, то тяжесть заболевания будет критическая для пациента. Снизить эту тяжесть может прививка от гриппа. Вакцина от коронавируса поступит в медучреждение региона к концу ноября. До этого времени самым эффективным средством защиты по-прежнему остаются маски и перчатки. Любой человек, который находится рядом с вами, может чихнуть, громко сказать, и, соответственно, у вас очень большой риск заражения коронавирусной инфекцией. Понятно, что маска не стопроцентная панацея. Она не защитит, наверное, на 100%. Но, тем не менее, при наличии маски, во-первых, вы не заразитесь от того человека, который сидит рядом с вами. И, во-вторых, если к вам все-таки ваш организм, так скажем, будет попадать инфекция, то тяжесть заболевания все равно зависит от концентрации вируса в организме. В случае возникновения тревожных симптомов, например, повышенной температуры и кашля, необходимо вызвать врача на дом. Для большего охвата пациентов медицинским учреждениям Подмосковья дополнительно выделили более 200 автомобилей. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».